Приветствую подписчиков, зрителей, гостей моего канала. На днях получил письмо с 9 банкнотами с города Петропавла. Ну, по традиции почтовой марки Казахстана 2019 года, посвященной казахскому государственному и политическому деятелю Турару Рыскулову и 125-летию казахскому народной поэме «Кызжибек». Давайте сейчас я распакую. Вот такие вот банкноты. Сейчас я разложу их. Итак, первая банкнота Индия, 2 рупия, 1985-1990 года выпуска. Лицевая и оборотная сторона. Так, вторая банкнота Бельгия, 50 франков, 1966 года выпуска. Лицевая и оборотная. Так, следующая Джерси, 1 фунт, 2000 года выпуска. И 6 банкнот Аргентины, 2 банкноты 50 центавов, на одном, ну, разные подписи. Республика. Аргентинская республика, надпись. А это банк, Центральный банк Аргентинской республики. Следующее, 1 песо. Одно песо 1947-1952 года выпуска. Лицевая оборотная сторона. Следующая также Аргентина. 2 песо 2002 года выпуска. Пять тысяч песо, 1977-1983 года выпуска, лицевая оборотная сторона. И 50 песо. 2019 года выпуска из серии «Природный мир, животный мир Аргентины», кондор. Ну, в следующих обзорах, в следующих видео я сделаю более подробные обзоры на эти банкноты. Ну, на этом я закончу сегодняшний обзор. Всего вам хорошего, мира вам и всем пока.